Как и сколько пить воды утром сразу после сна? Здравствуйте! Как пить воду утром, правильно? Правильно пить воду после сна. Что будет, если вы не пьете воду утром? У вас сохраняется высокий кардиологический риск, возможность умереть от инфаркта, инсульта, острой сердечной недостаточности, как минимум. Сколько пить воды утром? Определяют не звезды, а ваша потеря веса за ночь. Если вы потеряли менее 1% массы тела, то это количество очищенной воды вы употребляете утром после сна. Если вы потеряли более 2% массы тела, то половину этого количества вы употребляете утром после сна. Остальное зависит от причины, почему у вас такое плачевное состояние здоровья. А нужно вам утром выпить 1-2 стакана воды, больше, меньше, определяет ваша масса тела, а не расположение звезд. Сколько пить воды утром? Такое видео есть на моем канале, вы можете легко определить, как рассчитать нужную вам цифру. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой инстаграм.